Друзья, если вы любите рубрику «Мыслить как подписчик», будет очень здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк, напишите любой комментарий, все комментарии я лайкаю. Если сегодня можно немножко отдохнуть от футбола, то завтра будет очень насыщенный день. Я очень люблю АПЛ за ее зрелищность. И завтра два крутейших матча. В 19:30 Лестер против Ман-Сити, а в 22:00 Арсенал-Ливерпуль. Очень интересные матчи, но еще больше подогреть интерес можно, поставив с моими друзьями BetWinner. Лучшие коэффициенты, быстрые выплаты, регистрация в один клик и надежность. А введя промокод FLOMD при регистрации, вы получаете еще и дополнительный бонус до 25 тысяч рублей. Вся необходимая информация в закрепленном комментарии. Переходим, регистрируемся, смотрим футбол и побеждаем. Денис Иванович Зубко, главный тренер МКАЛа. Я Макаров Андрей Михайлович, помощник Дениса Ивановича Зубко. Раз, два, три. Каждый футболист мечтает выиграть Лигу Чемпионов. Что еще может быть? Стать профессиональным футболистом? Выиграть чемпионат мира. Что еще можно? Лигу Европы. Лига Чемпионов была. Попасть в хорошую команду. Но еще два осталось. Ну, Михаил, вот я тебе накинул. Получать много денег, я пошел. Иван же уже все может. Мне надо пятерку сейчас брать. Что самое главное в семье? Доверие. Взаимопонимание. Все, Иван, все, можете уже заканчивать. Любовь. Дети. Так, так, так. Что еще может быть? Личная жизнь интимная. Нет, нет, не то. Уважение. Ну что, Михайлович, там, что еще можно? Сейчас я и думаю. Тут быстро не получится. Было уважение, было. Ну, уважение это одно, а там, допустим, если что-то не получал, поругались, ну, надо уметь простить. Поддержка, наверное. Наоборот. Самый ленивый игрок Амкала. Но если бы... Ну, подписчики, я думаю, что Блата назвали. Фидос. Вообще не как так-то. Кого назвали? Фидос был? Блата, да? Сразу. Фидос был, Блат был. Охренеть. Ленивый. Рома Рой. Иваныч все сегодня забрал. Давай, говори, Михайлович, кто еще у нас? Я понял, кто у нас еще. Герман. Да вообще нету. Ну, еще если так взять, ленивых. Нечай. Мерях. Так, еще одно. Кто же у нас? Иваныч. Так, если мы... Ну, еще, сейчас пойдет еще... уже по списку, наверное. Еще так. Ну, по вратарям у нас не может никого ленивым быть. Если Федя там не включили, уже точно не может никого быть ленивым. Потому что вратарей больше нет команды. Ну, неужели... Финита, неужели Финита? Нет, Финита тоже не может быть ленивым. Кефир только. Сань Фашт. Ну, я бы не сказал, что он ленивый. Но на подписчике, да. Но я бы не сказал, что Саня один из ленивых. Все, давай, там, игра, супер игра. Раз, два, три. Представитель какой профессии работает с детьми? Тренер. Чем заняться в деревне? Кататься на велике. Марка японского автомобиля? Тойота. Что вкусно, но вредно? Макдак. Город на букву В? Волгоград. Волгоград, да, сначала. Пора. Там у меня 20 секунд будет, да? Да. Денис Иванович, все то же самое, 20 секунд, 5 вопросов. Если вдруг будет такой же ответ, я скажу нет, и надо ответить по-другому. Хорошо. Готово? Да. Раз, два, три. Представитель какой профессии работает с детьми? Работник детского сада. Чем заняться в деревне? Сено косить. Марка японского автомобиля? Тойота. Митсубиси. Что вкусно, но вредно? Гамбургер. Биг Мак. Не надо бургера. А, бургер не надо? Что-нибудь. Водка. Город на букву В. Волгоград. Владимир. Но у меня была Митсубиси. Ну как? Митсубиси тоже японская. А вы, у вас был повторяющийся со мной? Да. Какие? Ну вот на Тойоте. Тойота и бургер. Макдональдс. Да. Ну, Макдональдс. А и город такой же. Я тут сразу, да. Представитель какой профессии работает с детьми? Вы 5 баллов получили, если бы сказали учитель. Серьезно? Преподаватель, да? Это же то же самое? Ну да. Ну вообще, как бы с детьми, ну... Работник детского сада, что же учитель? Ну, воспитатель, да. Но он не учитель, наверное, скорее всего. Ну, да. Скорее всего, ну, они имели в виду, да. Нет. А да, если они сказали... в детском саду работают? Учитель. Да? 4. А, вы что сказали? Я сказал работник детского сада. Ну и воспитатель, грубо говоря. 4, да? Нет. 4 тренер. Нормально. 3 няня. 2 детский врач. И 1 аниматор. Няня, нет, работник детского сада тоже может быть няня. Чем заняться в деревне?
5 баллов гулять, 4 работать в огороде. Ну, косить сено мы туда относим, я обобщаю. 3 балла пить. Хороший подписчик. 2 купаться. И 1 кататься на велосипеде. О, я думал, вообще его не будет, кстати. Марка японского автомобиля. 5 баллов Toyota. 4 Nissan. 3 Mazda. 2 Lexus. 1 Honda. Ну, я не попал. Кстати, странно, что Хон не сказал у меня Honda. Ну вот видишь, как не сказал. Следующий вопрос. Ты просто хочешь ездить на Тойоте, видишь? Что вкусно, но вредно? 5 баллов конфеты. Офигеть. 4 бургера. Ну, защита вам Макдак, да? 3 балла чипсы. 2 пицца. И 1 пиво. Ну, я сказал водка. Ну, Иванович, у вас там отрыв уже большой. Уже ладно, я вам отдаю баллы. Вот прям как кофеечек цедить. Облизываться. И последний город на букву В. 1 балл Волгоград, 2 Вена, 3 Вашингтон, что? 4 Воронеж и 5 Владимир. Как так? На волевую. Подписчики, Волгоград, это что, должно было как-то... Причем подписчики, видишь, что в Волгограде я играл, но, видишь, всего 1 балл. Вообще, что за не... На то Вашингтон. Несправедливость. Вашингтон. И Вашингтон еще. Было интересно, ждем, может еще позовут. Ну, может быть, более сложные вопросы. Такие, что мы тут сидели часа 2-3. Михаил, что выиграл? Иваныч, ну Иваныч, поведай. Спасибо, вот так вот. Ничего себе, если бы я знал, то я бы был поэтому.